Блин, опять все рвутся вперед, привет. И сейчас места все займут, конечно, да? Мои любимые. Занято, но о, блин, как жестко тут. Вас приветствует московский транспорт. Автобус следует по маршруту номер 610 до остановки метро Юго-Западная. Следующая остановка — Костанаевская улица, дом 57. Приятной поездки. Спасибо. И вот здесь вот в этом районе, как раз где голова, все почему-то облокачиваются, и тут всегда пятно сальное такое. Все с грязными головами ездят. Прошло минуты 3, наверное. Даже особо не попыхал. Ну, тут как раз вот 366 и 610 два маршрута. Автобусов тут много. По 5 штук каждого наименования. Ну, в смысле, штук 5 этого маршрута и того. В общем, еще дальше в дебри я поехал. Костанаевская улица, дом 57. Такой вот Алексей фантазер у нас. Ну, в смысле, не фантазер, а... Следующая остановка — метро Кунцевская, только для высадки. При выходе не забывайте свои вещи. О забытых вещах не трогайте. Сообщайте водителю. Штурман проложил такой маршрут мне. Только для высадки. Это первый раз я такое слышу. Остановка только на высадку работала. Посмотрим, как это работает. Это тоже кольцевой. Он опять сюда вернется. Но я сюда возвращаться не хочу, поэтому я только до Юго-Западной. Потом как-нибудь тоже сюда приеду, когда Костанаевскую отремонтируют здесь. Благоустрою. Какая-то автобус. А тут у них с помещением даже. Одиннадцатый. Вот это поворот. А, только высадка.
здесь, а ты еще и с прицепиком есть. Клево. Ну ладно. Мне и на таком нормально. Только для высадки. Опять только для высадки. Следующая остановка — метро Кунцевская. А если я тут посадку совершу, меня оштрафуют? Две высадки, одна посадка. Получается. Интересно. Не, с погодой реально повезло, хорошо все. И главное, ветра нет. Это не имеет значения, но я же еще и выхожу на улицу. Метро Кунцевская. Да, вот там. За забором метро. Следующая остановка — метро Кунцевская. Безлимитные билеты и проездные обучающиеся можно активировать в течение 10 дней с момента покупки. Подробнее на едином транспортном портале. 12.43. 7 человек из... Метро Кунцевская. И 2 посадки. О, я здесь был, я помню это. Я уже ездил на каком-то автобусе здесь. Следующая остановка — метро Кунцевская. Да ё-моё. Это уже сейчас 5-е будет. Метро Кунцевская. Ну вот сейчас отсюда Кунцевчан. Кунелян. О, короче, всем привет. Да, вот здесь он гонит все, и сложно выехать. Поворот такой опасный. Ну, выезд, в смысле. Развернулись.
из ББ какого-то остановил. В документе. Метро Пунцевская. Это МЦД-1. Наверное. Набирается людей много. Я думал, будет пустой, а тут прям нормально так. Неспроста с прицепом тут еще 610-й ходит. Следующая остановка МЦД Кунцевская. Пересадка на первый диаметр. О, точно. Я угадал. МЦД Кунцевская. Пересадка на первый диаметр. Как проще было пройти пешком там, чем назад возвращаться. Сейчас теперь охреняешь еще. Дальше пешком идти назад. Следующая остановка – улица Вересаева. Пожалуйста, при входе приложите свой билет, безлимитную или социальную карту к валидатору. Убедитесь, что на валидаторе загорелся зеленый сигнал. Спасибо. Приятной поездки. Будьте вежливы. Уступайте места инвалидам, пожилым людям, пассажирам с детьми и беременным женщинам. Что-то как-то прям пробки были, водитель решил лучше без пробок повернуть. Там же где-то Минская улица. Следующая остановка – улица Багрицкого. Во время поездки держитесь за поручи. Я тут жарковато уже. Хотя по-осеннему одет. Улица Багрицкого.
Не, столько маршрутов вообще. Следующая остановка – улица Петра Алексеева. Петрашенко? Петрофабрика Петра Алексеева – это же первая в России суконная фабрика. Фабрика в Коптево, ну где-то там, короче, Войковск. А улицы Кунцева. Не торопимся. Короче, я предлагаю тебе сходить на выпивку. Что, я слился? Ты сказал, ты же слился, поэтому не знаю. Петра Алексеева. Ну, давай. Дедок какой модный. Телефон Fly Audio. Кнопочный. Следующая остановка – Можайское шоссе. Фургон все закрыл. Там такое красивое было. Вид такой. Сейчас мы в яму, а потом наверх. Можайское шоссе. Во-во-во. Там.
Вчера походил, погулял чуть-чуть, и уже мышцы болят. Следующая остановка – 93-й квартал Кунцево. По требованию, безлимитные билеты и проездные обучающихся можно активировать в течение 10 дней с момента покупки. Подробнее на едином транспортном портале. Нифига, они тут 93 квартала настроили. Это вот такого. Рябиновая улица, дом 14. Нет, погода сегодня без дождя, скорее всего. Значит, катаемся. Следующая остановка – Спасская церковь, Кунцевское кладбище. По требованию. Спасская церковь, Кунцевское кладбище. По требованию. Следующая остановка – Рябиновая улица. По требованию. Во время поездки держитесь за поручни.
Рябиновая улица. По требованию. Дизайн-центр по требованию. Рябиновая улица, дом 45. Рябиновая улица, дом 51. Безлимитные билеты и проездные обучающихся можно активировать в течение 10 дней с момента покупки. Подробнее на едином транспортном портале. Рябиновая улица, дом 51. Рябиновая улица, дом 55, по требованию.
Следующая остановка – проспект Генерала Дорохова. Вообще ни о чем не говорят тут. Улица, название, остановки. Флешмоб какой-то. Машины стоят, а мои нет. Проспект Генерала Дорохова. Следующая остановка – складской комплекс. Во время поездки держитесь за поручни. Складской комплекс. Следующая остановка – Рябиновая улица, дом 65. Рябиновая улица, дом 65. И то, что такие вот разноцветные палочки, все равно. Следующая остановка – Озерная улица. Безлимитные билеты и проездные обучающиеся можно активировать в течение 10 дней с момента покупки. Подробнее на едином транспортном портале. Мне придают этому месту привлекательность. С этой стороны я еще на Озерную не заезжал.
обычно я напротив заезжал, от юго-запада. Озерная улица. Тут вроде с отрубленной головой водителя нашли. И откуда вообще я это узнаю? Нафига оно мне надо вообще? Голова всякой хренью забивается. За три дня с любыми доработками по вашим требованиям газель да сделаю. Ну, по вашим требованиям из комплектующих, которые имеются в наличии. Следующая остановка — метро Озерная. При выходе не забывайте свои вещи. О забытых вещах не трогайте. Сообщайте водителю. Вот оно, в общем, да, Озерная. Зарядка электробуса. Сюда я раза 3-4 приезжал уже. Никулинская улица, кажется, здесь. Ну, а мы прямо поедем, наверное. Метро Озерное. Ну, понятно. С этим маршрутом все. Следующая остановка — метро Озерное. Тут где-то Олимпийская деревня и... доктора Газа. Ну, это в той стране. Да. Что-то грустненько. Грустинку поймал сейчас. Следующая остановка — Никулинская улица. Пожалуйста, при входе приложите свой билет, безлимитную или социальную карту к валидатору. Убедитесь, что на валидаторе загорелся зеленый сигнал. Спасибо. Приятной поездки. Будьте вежливы. Уступайте места инвалидам, пожилым людям, пассажирам с детьми и беременным женщинам. Они не там сделали зарядку, вот на той стороне. Там же зачем она? Вот. Там же я не езжу. Вот сюда бы она хорошо бы вписалась. Где-нибудь сюда бы. И было бы хорошо. Так что кто там делает эти автобусы? Ну, вот эти синие, прямоугольные. Перенесите зарядку, пожалуйста, на левую сторону. Спасибо. Thank you.
Никулинская улица. Все гармошки. Видимо, утром и вечером разводят работяг. Развозят. Следующая остановка – второй микрорайон Тропарёва-Никулина. Во время поездки держитесь за поручни. Не знаю, где там у него на юго-западный будет выход. Но он там будет разворачиваться и раза три, наверное, будет останавливаться. Я просто на первый выйду и все. Что-то этот маршрут какой-то не очень. Ну, потому что я тут уже ездил, видимо. Да и Очаково такой район не очень. Ну, в смысле, смотреть нечего особо. Второй микрорайон Тропарёва-Никулина. Следующая остановка – Академия при Президенте Российской Федерации. Безлимитные билеты и проездные обучающихся можно активировать в течение 10 дней с момента покупки. Подробнее на Едином транспортном портале. Thank you.
Академия при президенте Российской Федерации. Свои вещи. О забытых вещах не трогай. Сообщайте водителю. Ну, сейчас, наверное, где-то выйду. Или сейчас, или через одно. Да, уже приехал. Торопился, но мы на стрелку не успели. Солнцу, нет, солнцу спасибо не надо тоже. Ну да, сейчас я выйду как раз вот тут. А он там потом будет развернется и назад сюда. Вернется все-таки. Блин. А что, здесь нельзя было меня высадить? Или непонятно вообще? Куда он меня повез? Да, мои планы рухнули прям вообще. Вот, ну все, ладно, вылезаю. Блин, у девчонок рты не затыкаются. Что-то буры. Срали-вали. Вот. Такой вот 610-й. Ну, не знаю. Ну, ничего. С горчичкой пойдет. Тут что-то у них объединяется по новой дороге что-то, или когда это было. Ну, 22 октября вроде не. Ну хорошо, спасибо, хоть интервалы небольшие, не социальные. Это, конечно, за это большой плюсик. Вот, ну а я тут, в общем, потусуюсь. Да.
Погода хорошая вообще. Небольшой ветер, но главное тепло. Я говорю, где-то плюс 10. Какая-то аномальная жара у них там опять. За все время наблюдений там за 200 лет. Вот тот дом, интересно, ломают или строят? Такое ощущение, как будто ломают. А это такое ощущение, что строят. Вот, ну я, наверное, туда дальше поеду. Что еще? Время мало, и поэтому вот не доехал до сюда, а вот туда хочу, туда вот. Поэтому сейчас что-нибудь... Ну, в смысле, у меня есть уже план. Опять же, Алексей постарался. Спасибо ему большое. Сейчас 361 буду искать. Такой, малюсенький. На докаточку, так сказать. Но это уже в другом видео, поэтому спасибо за просмотр. Заходите еще. С вами всегда весело. Здоровское. Но это не точно. Все, всем. Ну вот эту долгостроящую конструкцию переход. Его все никак не снесут. Или, ну, мы сначала хотели построить, а потом решили не строить. И вот оно такое вот так и стоит. Уже лет 20, наверное. Никому не нужное. Вот. Ну все, ладно, пока. До скорого. До новых видео.